Не можем стричь когти, кусается, убегает, прячет в клетку. Какой курс лучше пройти? Эту проблему вы можете решить, много вариантов, смотрите. Клуб Дзен по подписке, там есть гигиенические процедуры. Даш, подтверди, правда? Мы только вчера закончили Дзен, поэтому да. Включение к гигиеническим процедурам точно со второго месяца. Дашенька, с второго же месяца, да, и это по подписке, приучение к гигиеническим процедурам. Либо вы можете отдельно приобрести курс приучения к гигиеническим процедурам, да, в общем-то, один к одному так и получится. Только если вы приобретаете отдельно гигиенические процедуры, вы проходите один курс, а если вы проходите по подписке, то вы сначала проходите курсы вот эти вот все, и потом со второго месяца вы попадаете уже на тот, который вам нужен, гигиенические процедуры в том числе, то есть вы получаете больше по этой же цене. Либо вы можете пойти на курс собак инструкции по применению. Там уже более высокая цена, но это тоже обоснованно, потому что, опять-таки, проблема не стричь когти, она лежит не только потому, что в плоскости, что моя собака боится когтереза, но еще и в целом того, что собака вам не доверяет. То есть можно научить собаку фиксироваться в ваших руках, и даже если вы собираетесь дать собаке таблетку, закапать глаз и так далее, вы собаку этому обучили. И она говорит: «Ладно, хозяин, я знаю, ты мне не сделаешь плохо, я готов это терпеть». То есть, например, вот у меня случай жизни. Собака с передержки в игре порвала кожу на шее у моего бигля. Ну, там кожа такая отвисшая и такая глубокая, маленькая, но очень глубокая ранка. Она, начала пахнуть, загноилась. На следующий день муж повез Бигля в клинику, чтобы обработали, промыли и заложили там уже антисептик. А я в это время была на обучении, ну, никак не могла, не хотела откладывать, потому что ранка меня уже волновала, она пахнуть начала. Надо было промыть. Муж рассказывает, Бигля держали три человека, он был четвертый. То есть три мужчины, я не знаю, там точно был санитар, муж, да, мужчина, соответственно, и там кто двое других, я еще не знаю. То есть четыре человека, два из них точно мужчины, держали бигля 10-килограммового. Его там скрутили, зафиксировали, промыли рану. А он приезжает, рассказывает мне, такой говорит: «Да как же ты будешь дома промывать рану сама?» Я говорю: «Нормально, что взяла?» Говорю: «Стой, держи, доверяй мне, промыла все». Ну, естественно, он там, я не могу сказать, что когда я ранку обрабатывала, он прям такой, типа, поза доверия. Естественно, он был напряжен, но я смогла это сделать сама. Что касается когтей, вычесывания, закладывания таблеток, проверка ушей, глаз, это все вообще в полном доверии. Вот, поэтому конкретное упражнение по приучению – это курс приучения к гигиеническим процедурам. Если вы хотите прямо с сегодняшнего дня начать, вы можете пойти сразу же на мини-курс, он стоит 990 рублей. А если вы хотите по этой же цене получить больше, вы идете в клуб Дзен, первый месяц вы проходите первые ступени, на второй месяц вы попадаете уже и в том числе на приучение к гигиеническим процедурам. Или вы абстрагируетесь от клуба Дзен и идете на полноценное обучение собака инструкции по применению, там это тоже входит, причем вы берете собаку инструкции по применению, там порядка 80 тренировок, и они открываются сразу же и остаются с вами навсегда, поэтому вы можете начать с гигиенических процедур и идти дальше по курсу уже вперемешку.